что такое герой, что такое истинный героизм и ложный. Я долго не знала дорогу, слава, но совершил мужской поступок. Но она под водой находилась минуту. Выгнали воду из легких, и она... Нет, нам Бог к этому готов. То есть он эту ситуацию прорабатывал в процессе обучения не раз. Мы учим их взрослой жизни. У нас вырастают настоящие мальчики и девочки, которые способны в трудную минуту помочь окружающим людям. Они должны знать это. Им это интересно. Человек не должен быть равнодушным, это самое важное. Я спасаю людей, это очень достойная профессия. Может быть, поэтому я здесь. А нас покажут, нет? Герои нашего времени. В среду в 20:40 на нашем канале.